Еще одно спортивное мероприятие прошло в минувшие выходные. В новом спортивном комплексе организовали веселые старты на воде. В них приняли участие 68 мальчиков и девочек. Все они воспитанники тренеров Олимпийского. В бассейне дети продемонстрировали навыки, которые приобрели на занятиях. Я раньше не умела плавать. Мама меня отправила на плавание. Это мое самое любимое занятие. Я учусь плавать. Мне было сложно, что я дышала только правым глазом, а левый у меня был весь в воде. Небольшие трудности участники веселых стартов преодолели. По итогам первенства один спортсмен впервые выполнил норматив второго юношеского разряда, а 9 участников третьего юношеского разряда. Победители и призеры соревнований получили дипломы и памятные подарки. И все без исключения заряд бодрости и хорошего настроения.